Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на все русскоязычную YouTube. Я вижу, что вы соскучились по самым страшным видосикам. И сегодня, ребята, будет самый страшный кровавый вызов проклятого Каркарыча Экзи. Прямо сейчас, в этом доме, друзья, мы сделаем проклятую игрушку Каркарыча Экзи Смешарик. Это просто невероятно, друзья. Что будет происходить, узнаете прямо сейчас. А перед началом давайте поставим 10 тысяч лайков на это видео, друзья. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки будут ниже в описании. А мы начинаем обряд. Проклятый Каркарыч Экзи, восстань и вселись в эту проклятую игрушку. Проклятый Каркарыч Экзи, восстань и вселись в эту проклятую игрушку. Проклятый Каркарыч Экзи, вселись в эту проклятую игрушку и восстань из мертвых прямо сейчас. Черт! Ребята, Каркарыч улетел, как бы смешно это ни звучало. Каркарыч Экзи куда-то делся. Он исчез сразу после того, как я завершила говорить это заклинание. Господи, это какое-то проклятие, ребята. Ладно, раз он улетел, значит, он должен где-то здесь быть, где-то в этой квартире, друзья. Нам необходимо его поймать. Экзи, ты слышал это? О, Дима! Господи, боже мой, этого не может быть! Он где-то здесь, и он живой, по-настоящему живой, Дим, это нереально! Господи, ребята, я прямо сейчас... Что это? Ребята, я видела Каркарыча отражение в этой кнопке. Этого просто не может быть. Он реально живой, ребята. Это реально существо. Слышишь? Ты слышишь это? Дима, иди за мной. Не может быть. Ты слышишь это? Дим, скорее. Ты слышишь? Шум. На улице. Проклятый шум. Черт подери. Это где-то здесь. Черт, вон он! Дай камеру сюда. Я вижу его. Ребята, он где-то в этом заброшенном здании. Господи, вы видели, он только что проскочил в этом окне. Господи, черт! Дима, черт, он на улице. О, господи, ребята, давайте еще поподробнее посмотрим, разглядим все, каждое окно. Я клянусь вам, я это видела, вы можете отмотать назад, и вы увидите. Я реально видела Каркарыча там, в этом заброшенном здании. Я не знаю, что мне теперь делать, господи. Ребята, черт, я не знаю, как заманить его сюда. Возможно, нужно позвать его как-то. Ребята, я не знаю. Каркарыч Экзи, вернись, пожалуйста. Каркарыч Экзи, вернись, пожалуйста. Каркарыч Экзи, вернись, пожалуйста. Черт, господи, ты это видел? Он врезался в окно. Он только что врезался в окно. Блин, Дим, ты видел? Черт, Каркарыч врезался прямо в окно. Ребята, посмотрите. Это следы, он разбился. О, нет, черт, черт, черт. Господи, ребята, как мне страшно увидеть эти следы на окне. Каркарыч просто врезался в это окно. Господи, не может быть. Как он это сделал? Как он залетел сюда? Вот черт, как он здесь оказался, ребята, это просто жесть. Он разбился, друзья, не может быть, возможно, он даже мертв. Он уже мертв, ребята, господи, посмотрите на эти следы. Каркарыч Экзи, ты жив? Каркарыч Экзи, пожалуйста, ответь. Господи, видимо, он летал туда на заброшку, а потом просто врезался в окно, потому что он не ожидал очутиться в этом мире, ребята, это реально страшно. Ладно, я думаю, что достаточно. Нужно разрезать этого Каркарыча и лишить его вуду магии, друзья. Это нужно специально сделать, чтобы он не остался в этом теле проклятой игрушки. Каркарыч Экзи, убирайся из этого тела. Каркарыч Экзи, убирайся из этого тела. Каркарыч Экзи, я лишаю тебя проклятия вуду магии. Господи, ребята, это было так страшно. Мне так жалко эту маленькую птичку. Скорее всего, это птенчик Каркарыч, который еще совсем плохо летает, друзья, реально он долетел до заброшки. Я не знаю, зачем он это сделал. Видимо, он пытался вылететь наружу, но потом он вернулся ко мне. Господи, ребята, ладно, давайте посмотрим, что же внутри этой проклятой игрушки находится. Здесь очень много этой проклятой ваты, друзья. И я уже что-то чувствую внутри этого Каркарыча Экзи. О, бедный смешарик, ребята. О, черт, что внутри него, господи. Что это? Это просто какой-то кошмар. Он весь полон пуха. Что же это? О, господи, ребята, я как будто бы... Во что-то вляпалось. Что это такое? О, черт, это какая-то слизь внутри смешарика, ребята. Посмотрите, что я нашла, господи. Посмотрите, ребята, это просто невозможно. Черт, ребята, это просто какая-то жесть. Я не знаю, она не отлипается от меня, господи. Отпусти, господи, я не могу отлепить от меня. Черт, черт.
черт! Господи! Это какой-то кошмар. Тут внутри еще какой-то глаз, ребята. Это какой-то глаз, резиновый глаз. Палец, ребята. Куча всякой мистической фигни. А также что-то похожее на сморщенные мозги. Я не знаю, ребята. Это все внутри смешарика, а также глаз. Это просто жесть. Я вся испачкана в какой-то слизи, которая делала живым эту проклятую игрушку. Надеюсь, что вам понравилось. Всем до новых видео. Пока!